Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 1. Вопросы и задания. Из раздела «Основные задачи на дроби». Объясните, как найти 5 третьих от числа 600. Чтобы найти 5 третьих от 600, нужно 600 умножить на 5 третьих. Умножаем 600 на 5 третьих. Сокращаем 600. Разделим на 3, получится 200. 3 разделим на 3, будет единица. 200 умножить на 5, будет 1000. 5 третьих от 600 равно 1000. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.